Друзья, от самого начала, от рождения, да, человек стремится к счастью. Кто-то называет это наслаждение, не понимая, что это только часть счастья. Но счастье по-настоящему, оно состоит из многих компонентов. Это и здоровье, это и работа, и образование, и финансовая сфера, и духовная сфера. То есть и те интересы, которые у человека есть. То есть это совокупность многих интересов, и эти интересы должны быть развиты и полноценны, и только тогда человек ощущает себя счастливым. Невозможно быть счастливым, имея только здоровье, нуждаясь постоянно в деньгах. Невозможно быть счастливым, имея много денег, не имея здоровья, не имея друзей, не имея семью, понимаете? То есть, по большому счету, можно притупить те или иные сферы, не замечая их, либо просто объясняя самому себе, да, это не важно, главное душа. Конечно, главная душа, но когда эта душа постоянно нуждается в кусочке хлеба или в рубашке, нательном рубашке, да, чтобы согреться. Понимаете, говорить о полном счастье тоже как-то неудобно. И это даже неправильно. Поэтому о многих сферах мы заботимся. Заботимся и о душе, заботимся и о семье, заботимся о здоровье. Сегодня мы будем говорить об одном аспекте, который комплектует вот это понимание полное счастье. Да, это бизнес, через который... Бизнес – это не только деньги, друзья. Бизнес – это та сфера деятельности, в котором человек проявляет очень много своих качеств. Очень много. Зарабатывает – это уже как следствие. Или один из пунктов плюсовых, которые есть в этом. Но бизнес сам по себе, он имеет много сторон, которые приносят удовлетворение. То есть лидерские качества, развиваешься, ты постоянно настроен на волне подъема и искания новых возможностей, новой информации. Это тоже удовлетворение, когда человек этим занимается, находит и этим пользуется. Поэтому, друзья, мы сегодня будем говорить об одном аспекте, очень важном для полного счастья, это собственный бизнес. Его должен иметь каждый человек. Отключу звук. А вот сейчас, сейчас, наверное, скажите, есть видео и звук сейчас? Да, слышно и видно, наверное, да? Давайте, да, отлично. Значит, друзья, есть разные виды бизнеса, это хозяйственный, производственная, торговая сфера, услуг, искусство и очень много направлений сейчас. Перечислять нету смысла. В этих направлениях можно и нужно строить бизнес. Да? Но я буквально скажу несколько слов. Для того, чтобы строить бизнес сельскохозяйственной отрасли, извините, вам нужно иметь знания и нужно жить там. Если это производственное, то, естественно, вам нужно иметь эти знания, нужно жить среди этого народа, рядом с заводом, строить его. Торговый, значит, вы должны быть фамильярны с торговой, иметь общение с людьми, которые будут покупать у вас, либо оптом, либо в розницу. Сфера услуг, значит, то же самое. Искусство, значит, вы должны иметь своих фанов, которым вы будете предоставлять это искусство. То есть, все это связано, опять-таки, как вы заметили, с людьми. Все имеет дело с людьми. Без этого никакого бизнеса не будет. Я еще раз обращаю внимание, что бизнес, а это связано с людьми. Нет людей, нету бизнеса. Живете на острове один, одинешенько, никакого бизнеса нет. Даже если есть один человек, вы уже можете строить бизнес.
Ты мне, я тебе. Чем больше людей, тем лучше бизнес. Поэтому следующий этап построения бизнеса. Очень важно понимать, что вложение в бизнес начинается от 5, 10 тысяч, 100 тысяч и миллионов долларов. И это повторяется циклами, потому что иногда бизнес нужно поднимать до какого-то уровня, и нужны средства, чтобы дальше продвигать. Не всегда он окупается в течение даже года, два, три. И вот в это время приходится где-то занимать или открывать новые заначки и вкладывать в собственный бизнес до того момента, пока он вырастет и начнет себя оправдывать. Во времени, друзья, бизнес то же самое. Для него требуется время, иногда до 10, до 20 лет, чтобы он состоялся как настоящий бизнес. Людей, конечно, бывает, в этот бизнес нужно привлекать тоже немало, от 5, иногда и до 1000 людей. И очень жестокая конкуренция. Иногда люди, не иногда, а в основном, это позиция всех людей, независимо где они живут, в России либо в Америке, родители всегда бьют на то, чтобы дети получали высшее образование. И это правильно. Но единственная ошибка, которую они делают, они полагают, что высшее образование нужно получить для того, чтобы получить профессию, через которую можно зарабатывать деньги. Отчасти это правильно, но это далеко ошибочно. Я за то, чтобы люди учились в университете, чтобы они получили знания, через эти знания у него просто появляется больше возможностей получить видение, в какой отрасли он может построить собственный бизнес. Но когда человек учится ради того, чтобы иметь профессию, и через эту профессию зарабатывать, я считаю, это не очень умно. Не очень умно. Но однозначно я за образование. Потому что приятно иметь дело с образованными людьми, которые не закомплексованы вот теми заморочками, которые им втюхают в этих институтах, но пользуясь этими знаниями, он все-таки открыт для новых возможностей. Для этих людей, которые решают строить собственный бизнес через институты, то есть через получение каких-то профессий, тоже приходится тратить столько же времени, от 10 до 20 лет построения собственного бизнеса. Поэтому я спрашиваю, зачем мне идти в институт, тратить еще 5-10 лет, если я намереваюсь строить собственный бизнес? Ну, нету смысла, время уж уходит. За это время я могу уже наслаждаться благами, финансовыми благами. Поэтому мы вам предлагаем бизнес международное значение. Без университетов и без больших вложений. Это не говорит о том, что мы не должны вкладывать, это не говорит о том, что мы не должны обучаться, но мы уже с первого дня начинаем зарабатывать и строить тот бизнес, который будет приносить нам прибыль всю оставшуюся жизнь. Какие же необходимые условия для того, чтобы иметь этот бизнес, друзья? Это очень большое желание иметь этот бизнес, строить его. Желание, если у вас есть, и понимание, что вам нужно это. И желание обучаться. Обучаться не в университетах, а обучаться напрямую. Здесь, прямо и сейчас. Обучаться, как его строить. Вместе с вашими спонсорами изо дня в день. И как неотъемлемая часть нашего бизнеса, а это инструмент интернет, без которого вы просто не сможете его нигде построить, этот бизнес. То есть желание строить, желание обучаться и иметь интернет. Все, если это у вас есть, друзья, и вы находитесь сегодня в этой комнате, я вас поздравляю. Этот бизнес вам доступен на 100%. Все остальное я говорю с уверенностью, потому что я это прошел. И это прошли уже десятки, десятки и сотни моих партнеров. Все остальное дело наживное. Все это мы потом с легкостью берем на абордаж. Что же это за бизнес, друзья? Я вас приглашаю в самую гениальную, самую надежную, перспективную и проверенную компанию. Это Access. Access Marketing. Компания, которая
Я предоставляю, мне сказали мои партнеры, ты так уверенно говоришь о своей компании, что 5 минут хватает, просто слушая твою уверенность, следую за тобой. Почему же это бывает, друзья? Потому что я действительно уверен в этой компании. Я ее не расхваливаю, я просто говорю ей спокойно так, как должно быть и как оно есть. Компания была проверена в 2010 году федеральными службами Америки. 5 месяцев ее тормошили, извинились и сказали, продолжайте свою работу, вы делаете полезное дело для нашего общества. Все, с тех пор компания не имеет никаких проблем. Она никогда не имела долгов. Она сейчас развивается очень бурными темпами. И вот в эту компанию можно строить бизнес. Бизнес нельзя строить там, где компания шаткая, где она не проверенная. То есть его можно начать, но нет гарантии, что вы его построите, потому что в момент, когда компания исчезает, либо она не состоялась по тем или иным причинам, ваш бизнес полностью рухнул, и вы ничего не сможете вернуть. Ни денег, ни людей, ни структуры, ничего. Поэтому фундамент, он должен быть на камне. На камне. Есть такое понятие в Библии, строить свой дом на камне. То же самое, наша компания настолько твердая, стоит на основании, на камне. Вот, вот на этом основании нам нужно и можно строить наш бизнес. Наша компания не является MLM-компанией, хотя имеет принцип приглашения и распределения прибыли. Этот принцип он используется не только в MLM, но во всех сферах нашей жизни. Она является компанией высоких технологий. Я хочу, чтобы вы в самом начале это поняли. Мы зарабатываем здесь очень большие деньги, помогаем нашим партнерам выйти на эти же суммы, но мы не MLM, чтобы вы в самом начале уже себе не воображали, что вас куда-то приглашают и будут раскручивать. Следующее, друзья, давайте знакомиться непосредственно с нашими с нашим создателем компании Access Marketing. Это гениальный человек. Я это слово буду произносить неоднократно и хочу, чтобы вы уже привыкли к этому, что наша компания гениальная. То есть гениальна в том плане, что слышали такое выражение. Все гениально просто. Наша компания настолько сложна, насколько возможно, потому что она занимается высокими интернет-технологиями. Естественно, многим из нас непонятно, как все это работает. Я не знаю, как работает компьютер, я не знаю, как работает интернет, но я им пользуюсь. То есть, то же самое и наша компания. Она сама по себе, структура компании, она не очень простая. Но построение бизнеса и пользование всеми этими инструментами настолько просты, то есть сложные, они взяли и сделали простым для понимания и для пользования. Поэтому я называю гениальной компанией. То есть все сложное превратили в простое. То есть я еще пару минут скажу. Есть люди, мы их встречаем в нашей жизни, которые берут простые вещи и настолько их усложняют, что сами в них запутываются. И вот мы стараемся что-то понять, оказывается, это ну, 2 × 2 = 4, а он так объясняет, что, слушай, нужно ему 3 тетради переписать, чтобы к чему-то прийти. А есть гениальные люди, которые из сложных вещей, которые действительно сложны, они их так упрощают и доносят до людей, что понятно этому и столивару, и кухарке, и президенту, и ребенку. Вот это я хочу, чтобы вы поняли. То есть у нас сложная компания, занимается сложнейшими разработками, но сделано так, на блюдочке и преподнесено нам в простоте, и мы этим можем пользоваться, и это можем развивать, и на этом можем строить и зарабатывать большие деньги. Поэтому я вас поздравляю, вы партнеры самой гениальной компании в мире.
Друзья, следующая личность – это Боб Кинсала, президент нашей компании. Отличный человек, доброта души человек. Я встречался с ним в Лас-Вегасе в 2011 году. Умница, очень хороший бизнесмен. Следующий – это Джем Бонг, это технический директор, который занимается именно разработками всеми нашими продуктами. Эми Эйд, финансовый директор. Обратите внимание, все это высокие профессионалы в своем деле. Питер Олд, это наш адвокат, который защищал нашу компанию в 2010 году и продолжает с успехом это делать. То есть к нам еще добавился маркетинг-директор Джой на прошлой неделе. Он будет разрабатывать все наши видео, все нашу продукцию для того, чтобы мы имели доступ на английском. Потом это будет переведено на языки, а у нас их уже более 8-10 языков, на которых компания уже переводит. Это очень важно. Скоро у нас будут материалы, доступные уже непосредственно от компании. Офис компании находится в городе Миннеаполисе, штат здесь в Америке. В этом офисе я бывал в 2010 году. Буквально через дорогу от этого здания компания месяц назад перешла в новый просторный офис, где занимает целый вот такой этаж. Я планирую в феврале, после 15 числах, побывать лично опять в этом офисе и встретиться с руководством компании. Сделаю видео, он будет доступен всем, кто в этом заинтересован. Также, друзья, не очень, очень важно знать, что наш суппорт работает на 8 языках. То, что вы не найдете ни в одной компании. Поэтому я называю нашу компанию гениальной. Она работает на всех доступных языках, то есть на тех языках, на которых разговаривают наши партнеры. Вы можете позвонить на английском, на испанском, на китайском, на тайландском, на японском, на русском, и вам ответят русским языком, нормальным, понятным языком. Это русские говорящие здесь в Америке. Вы можете решить все проблемы. Кроме имейлов, вы можете просто позвонить по телефону. Access. Наша компания имеет цель, и эта цель — стать провайдером номер один. Что такое провайдер? Мы об этом будем говорить. Именно номер один в рекламе, интернет-услуг, мобильных услуг для малого и среднего бизнеса по всему миру. Друзья, Access — это ротатор или поисковик. Все вы знакомы с Google, Yahoo. Кто-то пользуется Яндексом, да, это русская система. То есть это поисковик. Что это такое? Вы берете, к примеру, слово или предложение и пишете «купить ноутбук в Киеве». Вот здесь на слайдах написано. И что вам Google выдает? Выдает вам следующее. Перечень услуг, где вы можете... ссылок, где вы можете обратиться и купить этот блок, там ноутбук. Это может быть видео, это может быть ссылка на сайт. То же самое происходит и в Access. То же самое. С единственной разницей. В Google вы должны платить, если что-то вы покупаете. Здесь же мы можем заработать. В Google есть такая система Google AdWords. Вы регистрируете ваш сайт, привязываете вашу карточку, настраиваете аккаунт, по умолчанию, значит, ставите, сколько посетителей вы хотите. К примеру, вы хотите иметь 100 посетителей в день. Ставите ключевые слова, набираете тексты, которые бы привлекли ваших будущих клиентов, настроили и пустили этот Google AdWords. Он начинает рекламировать ваш сайт. Каждый раз, когда человек заходит на ваш сайт, с вашей кредитной карточки Google AdWords снимает деньги. В зависимости, какую цену вы поставите на это посещение.
Иногда мы называем это клик, когда человек кликнет на ваш сайт, с вашей карточки снимут деньги. То есть за вашу рекламу в Гугле вы будете платить. И это правильно. Реклама – это продукт и очень востребованный. Посчитайте, я когда рекламировал в свое время свой сайт на Google AdWords, я тратил там до 10 долларов, потому что я ставил в среднем 100 человек в день по 10 центов. По одному центу очень, ну, нехороший результат. Самый оптимальный – это 10 центов. Пожалуйста, 100 человек, 10 долларов в день. Посмотрите, в месяц это 300 долларов. Если у вас есть такие деньги, пожалуйста. Если у вас 2-3 сайта, пожалуйста, умножите на 2, на 3, это 1000 долларов в месяц вы должны отдать на рекламу. Я вас поздравляю. В нашей компании вы можете это сделать бесплатно. Как это сделать, вас научит тот, который вас пригласил. Это очень просто, это очень выгодно. Вот наша разница. Мы там платим деньги, здесь мы можем заработать. Также мы можем здесь построить бизнес. Почему? Потому что наша компания находится в Силиконовой долине среди таких монстров, как Google, Intel, eBay, Facebook, Yahoo, IBM, Microsoft, HP, Apple и так далее. Что она там делает? Вот все эти компании, они разрабатывают интернет-технологии. И наша компания занимается то же самое. Поэтому она находится среди них. И это очень важно знать. Это тоже офис нашей компании в Силиконовой долине, но он выглядит сейчас по-другому, потому что наша компания перешла в новый, более просторный офис. Почему она перешла? Причина проста. Штат расширился. Были приняты на работу больше программистов, которые работают над нашими продуктами. То есть наша компания не стоит на месте, она развивается. Наш продукт, это, во-первых, это наш ротатор. Это реклама. Это наш ротатор. В мире насчитывается около 70 таких ротаторов. Наша компания приняла решение и с уверенностью продвигается к первым уровням. То есть в ближайшее время мы собираемся стать провайдером номер один. Сейчас провайдером номер один является Google. Кто-то скажет, ну это невозможно, уж сколько лет он стоит на первом месте, это невозможно. В мире все возможно, друзья. Если мы верим, если мы делаем определенные движения в этом направлении, все это возможно. Компания предлагает доменные услуги, хостинги, мобильные услуги, реклама, текстовая, сайтовая, баннерная и мобильная реклама. И сейчас появляются и другие продукты, о которых мы все узнаем. Следующее, друзья. Если говорить о рекламе, реклама в интернете пользуется большим спросом, очень большим спросом. Без рекламы мы никуда. На земле, если вы пройдетесь по городам сейчас, ну все горит, особенно ночью. Везде реклама. Мы уже не обращаем внимания. Мы уже не обращаем внимания, потому что настолько она бросается в глаза. Ну, не то, что за углом, но на каждом месте, каждый магазин хочет себя проявить. Поэтому люди проходят мимо, они не обращают внимания. И только в интернете, зайдя в интернете, задав определенные параметры, определенные, используя какие-то слова, конкретно, что нам нужно по теме, то мы и ищем. Поэтому интернет сейчас, есть то место, где люди ищут то, что им нужно. И, во-первых, в интернете намного дешевле. Правда, нужно подождать пару дней с доставкой, но в интернете мы можем заказать с любой страны. Я извиняюсь. Там у меня... Лена! Там у меня дети проснулись. Поэтому, друзья, продукт расходуемый, он тратится в каждый день. В каждый божий день.
Рекламу нужно поддерживать всегда, иначе ваш сайт не будет продвигаться. Поэтому продукт очень расходный. Любой бизнес нуждается в рекламе. Необходимо постоянно увеличивать трафик, иначе другие вытеснят тебя. Реклама – это уникальный продукт для MLM. Для MLM, для любого бизнеса. Поэтому в этой индустрии и крутится $1,5 триллиона. И эта сумма постоянно растет. Наша компания урвет из этой индустрии немало миллиардов долларов и останется на этой позиции навсегда. Потому что она уже это уже доказала. Хотите ли вы те условия согласно договору? То есть все, что она приняла на себя, она не только говорит, что она будет, она уже доказала, она уже, многие пункты состоялись, и во многих сферах мы уже видим продвижение и осуществление тех планов. Но мы должны сделать свои шаги, без которых бизнес наш не состоится. Поэтому гарантии она дает только со своей стороны. Юридически, что связано с продуктом, с тем, что она выплачивает согласно маркетинг-плану, то есть, что касается нашей стороны, то есть построение бизнеса, без этого бизнес не состоится. Поэтому, когда вам в интернете предлагают компанию, где можно никого не приглашать строить бизнес, я хочу здесь остановиться, друзья, на минуту и дать вам очень хороший совет. Будьте умными. Нету бизнеса. Бизнес – это то, где что-то продается и что-то покупается. Если этого нету, бизнеса нету, друзья. И когда вам предлагают, вы можете здесь заработать, никого не приглашаете, это признак финансовой пирамиды. Только МММ работает по этому принципу. Вы можете заработать, никого не приглашая. Вы можете купить пакет и, никого не приглашая, заработать 300% за полгода. Или там за 120 дней вы можете заработать 100%. Это получается по 20% в месяц. Друзья, и при этом они говорят, что мы рекламная компания, мы телефония. Но если есть принцип никого не приглашать, а это финансовая пирамида. И таких финансовых пирамид сейчас очень много. Если МММ это самая честнейшая пирамида, которая говорила, что мы финансовая пирамида, то остальные, начиная от Zika, баннерс-брокера, начиная и кончая Telex-Free и так далее, их сотни сейчас вышло. Они этого не говорят. Они говорят, вы можете зарабатывать без приглашений. Друзья, будьте умными. Не поддавайтесь этому. Однозначно вы можете заработать, но я со стопроцентной гарантией говорю, что эти компании закроются. И как они закрываются, это уже другая тема, мы можем об этом порассуждать в другой раз. Вернемся к нашей гениальной компании. Она говорит следующее, что вы можете заработать, и это она гарантирует, 70% от прибыли она делится с нами, 35% она дает в виде комиссионных, 35% разделение прибыли. И самое главное, что мы получаем это не раз в месяц, не раз в неделю, а в каждый день. Все, что происходит в компании, 70% делится между нами. Также у нас есть три маркетинг-плана, по которому мы получаем. Не один, а три в одном. Первое – это AdView, это за рекламу. Давайте мы его рассмотрим. Для того, чтобы квалифицироваться на получение вообще по трем видам, нам нужно, во-первых, посмотреть рекламу. Как это делается? Буквально заходите в ваш офис, есть раздел рекламы, вы нажимаете на серфинг, и через 30 минут вам компания предоставляет просмотр одной рекламы. Прошло 30 секунд. 30 секунд прошло, вам автоматически выдается второе. И вот так вы посмотрели 25 рекламок, это занимает от 15 до 20 минут в день.
При этом, что вы получаете? Получаете долю общих продаж компании по всему миру согласно вашему PCV уровню. Что такое PCV, я чуть позже объясню. Снижаете собственные затраты на рекламу, плюс зарабатывает дополнительные рекламные кредиты. Как это происходит? Это выглядит примерно так. Вы зашли, нажали на серфинг, и система вам выдает рекламу. И вот вы видите 24. Это таймер, то есть отсчет времени от 30 и до 0. 0 наступил, нажимаете на другую рекламу, и опять 30 секунд. Вы просмотрели 25 рекламок, на следующий день компания вам начислила реворды, ай-кредиты и все бонусы, которые вы, на которые вы квалифицируетесь по маркетингу. План различных продаж. Это второй маркетинг-план, по которому мы зарабатываем. Следующий. Продажа продуктов и услуг напрямую собственным клиентам. Когда у вас есть клиенты, которые нуждаются в наших продуктах, вы можете им это предложить, он покупает, и вы можете заработать до 20% комиссионных. Самое важное – это построение структуры. Да, все мы, которые находятся в интернете, понимаем, что большие деньги там, где есть структура. Как и в самом начале я говорил, бизнес – это там, где есть люди. Нет людей, бизнес – это только теория. Да, построение команды, заработок дополнительных комиссионных с команды – это все о нас. Значит, план сетевых продаж. И вот в третьем плане у нас есть как минимум 8 способов заработка. Это комиссия с прямых продаж, базовый план выплат от 6 уровней, лидерский бонус, директорский бонус, Infinity бонус. Infinity бонус – это бонус бесконечности, то есть вы зарабатываете от всей вашей глубины 1%. Royalty бонус – это еще один бонус, но это уже высшие статусы, там 3 статуса есть Black Diamond, который дает нам возможность зарабатывать по 1% с 3 поколений. Это тоже большие деньги. Как это выглядит визуально? Как я говорил в самом начале, друзья, нету бизнеса без вложений. Но по сравнению с теми бизнесами, которые предлагаются на Земле, с теми вложениями, с теми растратами, с теми рисками, которые есть там, наши вложения – это просто мизерные. Мизерные. Поэтому обратите внимание, если мы решаем строить собственный бизнес и начинаем с консультанта, это самый маленький пакет, который предлагает нам компания, это $500. $500. Проплачиваем $10 ежемесячно. И нам предоставляется возможность зарабатывать от 3 уровней только. С первого 5%, со второго 2% и с третьего 2%. Но бизнес настоящий, друзья, начинается с того момента, когда мы становимся гольдом. То есть мы поняли, что это бизнес серьезный, это бизнес навсегда. И что мы делаем? Мы просто покупаем пакет от 2000 и выше. Это для серьезных партнеров. От этого статуса он не теряет ничего. Если в первом случае вы смотрите, сами визуально видите, что вы теряете больше половины процентов от структуры, то начиная с гольда вы сразу берете все, что вам предлагает маркетинг-план. 10% с первого уровня, 3% по четвертый уровень и уже 2% с пятого и шестого уровня. Следующий этап, когда вы становитесь платиной. А для того, чтобы стать платиной, вам нужно 3 партнера в первом уровне на $2000. Вы стали платиной. Вы получаете 3% добавочно с 5 уровня и 1% на первый уровень как лидерский бонус. 1%, друзья, это немалые деньги. Немалые деньги. Следующий, когда в вашем втором уровне уже есть 2 платины и один гольд, вы становитесь даймондом. Даймонд.
Diamond добавляется еще 1% на втором уровне и 1% к шестому. И вы получаете уже 3% с шестого уровня, друзья. Самый важный заработок начинается с Blue Diamond. Я всегда это люблю напоминать людям. Было время, когда я долго не становился Blue Diamond, потому что работал в глубине, помогал людям, забыл, что нужно строить свою первую линию. И когда в момент, когда я стал Blue Diamond, я понял, что где-то на 35-40%, независимо от моих усилий, просто что я стал Blue Diamond, просто что я начал получать 1% до бесконечности, то я стал получать на 40, то и больше процентов прибыли к тому, что я уже получал. А на тот момент я получал $500-600 в день. Прибавьте сюда 40%, это еще $300-400. Просто с потолка. Только потому, что стал Blue Diamond. Поэтому мы учим вас строить бизнес. Карьерная лестница очень важна. Поэтому начав с гольда и продвигаясь по карьерной лестнице, вы не теряете никаких процентов. Вы все, что компания предлагает, вы все забираете. Следующее — это Black Diamond. Black Diamond имеет три ступени. Black Diamond 1, Black Diamond 2 и Black Diamond 3. Они имеют дополнительные проценты. Об этом будем говорить с теми людьми, которые уже непосредственно будут приближаться к этой вершине. Что мы можем заработать здесь, друзья? Здесь мы зарабатываем очень-очень серьезные деньги. Кто-то зарабатывает от 50 до 100 долларов в день, кто-то от 500 до 1000, а есть кто зарабатывает и 5000, и 10, и 15, и 20 тысяч в день. Не в месяц, друзья, в день. Потому что наша компания делится с нами ежедневно. Сколько можно заработать в месяц, вы можете посчитать. Как делится наша прибыль? Вот в кругу сыпятся все доходы. И в каждый день 35% делится в зависимости от наших айпоинтов. Айпоинты, по-другому можно сказать, это наши акции, вложенные в бизнес. К примеру, вы открыли ресторан или там чайную, вложились, эта чайная стоит $100 000. Ну, Макдональдс возьмем, самый такой любимый для многих стран. Стоит $100 000, вот эта франшиза. Вы вложили $50 000. У вас есть еще два друга. Один вложил 30 тысяч, другой 20. Работаете вы одинаково с 6 утра до 12 ночи. Делаете и грязную, и офисную работу, все вы делаете. Но по окончании месяца подсчитывается прибыль и делится между вами не согласно вашему труду, а согласно вашему вложению. Вы вложили 50 тысяч, вы получили 50% от чистой прибыли. Тот, который вложил 30, получит 30. Кто 20, тот 20. То же самое и здесь. Вы видите, у людей разные доли, разные вложения. Поэтому зависимо от этого будете получать. К примеру, если вы зашли на $500, у вас будет 1000 айпоинтов. Человек зашел на $5000, у него будет 12 тысяч айпоинтов. То есть он получит $20 или $30, вы получите $1.5 или доллар, $2 получите. Это один момент, как вы можете повысить ваш айпоинт, купив пакет. Второй, когда вы строите команду, и ваша команда покупает каждый день. Вы покупаете в каждый день продукцию, вы зарабатываете в каждый день. И, соответственно, от вашего заработка 50% уходит в репокупку. То есть вы влаживаете в долю, вы докладываете. Вот если в Макдональдсе, к примеру, который я вам сказал, вы можете вложить это только в начале, только в самом начале вы можете вложить и пользоваться уже процентами на протяжении многих лет, и больше вы докладывать не можете.
Здесь же вы докладываете в каждый день. Чем больше вы вкладываете, тем больше вы зарабатываете. И компания сделала обязательным возможность вкладывать минимум 50%. К примеру, вы зашли на 2000 долларов, заработали 10 долларов сегодня. Система распределяет следующим образом. 50% отсылает вам на карманные расходы, а 50% покупает вот эти iPoint, вот эти акции. То есть на 10 долларов это будет как раз 5 долларов. Значит, к вашим уже существующим iPoint добавится еще 5 iPoint. Значит, на следующий день вы получите уже не от 1000, а от 1005 iPoint. И то же самое происходит у всех. У всех в вашей команде. В вашей команде заработали сегодня 10, а завтра заработают 10 и 2 цента. Потом они, когда вырастут и начнут зарабатывать 20 долларов, вы будете получать от них, согласно маркетинг-плану, который я вам показывал, 10 с первого уровня, 3 с последующих уровней. То есть так создается наш бюджет. И так он распределяется в каждый день, что наши iPoint растут. Я еще раз напоминаю, мы можем подействовать на увеличение наших iPoint двумя способами. Покупая пакеты, желательно это, чтобы были серьезные, и строя команду, ежедневно реинвестируя, этим самым мы пополняем наш бюджет. И мы начинаем больше получать, наши люди начинают больше получать в каждый день. От этого и происходит наш пассивный доход, и он постоянно растущий. Вот так выглядят некоторые бэк-офисы. Когда человек начинает, он получает 10%. 15, 20, 30 долларов, потом 170, потом 151. То есть статистика бывает разная, потому что каждый день товарооборот, он бывает разным. Только в явно выраженных финансах пирамиды там есть стабильность. Когда вам говорят, вы покупаете пакет, вы делаете какую-то рекламу, отсылаете какие-то имейлы, и ровно через 6 месяцев вы возвращаете свои деньги обратно, а потом у вас прибыль, то есть четкая вот такая, нету таких четких процентов в мире. Ну нету фиксированного процента. Нигде. Если бы это работало, я всегда говорил, Билл Гейтс бы приумножил свои миллиарды в тысячи и тысячи раз. Он бы их приумножил, но нет таких процентов фиксированных. Поэтому он зарабатывает там, где их зарабатывают. Умные люди знают это. Только ленивые и жадные, которые хотят быстро из грязи в князи за одну ночь, поддаются на эту удочку и вкладывают свои деньги и ждут, что через год уже по их расчетам, согласно теми предложениями, они станут миллионерами. Такого не бывает. Поэтому в нашей компании это отсутствует. Потому что здесь есть разделение прибыли именно от прибыли, настоящей прибыли, а не проценты. Поэтому статистика, она разная. Бывает в один день 170, а смотрим следующий день 157, меньше. Почему? Потому что было меньше товарообороту в компании. И это правильно. Вот умные люди на это обращают внимание и согласны с этим. И строить здесь бизнес. Следующее. Иногда бывает ровненькая такая. 170, 152, 128, 131. Казалось бы, идет вниз. Но это не так, друзья. А это разные дни, разные доходы. Потом приходит, когда компания, структура у человека растет, он начинает получать 400, 300 долларов, 1000, 1000, 1300, 3000 долларов в день. Это реальная статистика из бэк-офиса. Это не выдуманная. То есть, а есть люди, как я говорил, что получают и 5, и 10 тысяч. У нас есть промоушен, кар бонус. То есть, каждый месяц, когда ваша структура делает более 2000 тысяч долларов товарообороту, вам просто подарочный начисляется 500 долларов. Когда достигается 300, значит, смотрите. И вот так по лестнице эти подниматься, если вы сделали 600 тысяч долларов товарооборот в месяц, вам каждый месяц будет капать 1500 долларов, просто подарочные. Поэтому есть смысл, кроме того, что мы зарабатываем ежедневно, это
большие деньги. Мы еще зарабатываем просто так, на чаевые, $1500. Ну, просто на чаевые так. Пойти по магазину и купить своей жене или любимому мужу что-нибудь на выходные. Вернемся и сделаем обзор. Друзья, бонус с прямых продаж – это один из 10 видов дохода. Многоуровневый бонус, лидерский бонус, президентский бонус, инфинити бонус, роялти бонус, бонус быстрого старта, лаптап бонус – это добавочный, да, когда мы проделаем определенную работу, нам дают на лаптап, так называем. Топ-10 – это те 10 человек, которые делают самые большие продажи в каждый месяц, компания их отмечает и вознаграждает денежным призом. Также есть ежемесячный автомобильный бонус, о котором я уже говорил. Опять-таки вы спросите: Сергей, а где же эти деньги? Откуда они берутся? Откуда эти деньги? Друзья, в 2010 году, когда компания, перед тем, как компания была арестована на проверку, она зарабатывала около $1 миллиона в месяц. И это показалось федеральным службам большими деньгами и посчитали, что это финансовая пирамида. Поэтому они ее и арестовали. Потом, как я говорил, после 5 месяцев они отпустили, извинились, сказали счастливого плавания. Ровно через 2 года компания уже зарабатывала $98 миллионов, уже заработала долларов в год. В прошлом году, в 2013 году, компания приблизилась к $250 миллионов товарооборота. В этом году, в 2014 году, я всех вас поздравляю, потому что вы владеете этой информацией, и нетрудно будет сделать выводы. Она планирует с легкостью перешагнуть 1 миллиарда товарооборота. И вот здесь, дорогие друзья, вы все будете свидетелями тому, как ваши айпоинты будут расти, независимо от того, как грамотно и как быстро вы строите свою структуру. Будучи партнером, имея определенную долю в нашей компании, а доля – это покупка пакета, да, тем больше, тем это выгоднее, вы просто будете получать от прибыли компании. Она достигает уже сейчас, она достигает вот этого миллиарда, она приближается к этому. Если в прошлом году, благодаря только китайскому рынку, азиатскому рынку, они это достигли, потому что мы русские, которые давно уже в этой компании или только присоединились, ну, не были так активны и недопонимали что-то. Так они без нас сделали столько. А если мы сейчас подключимся и вместе с ними, друзья, миллиард товарооборота – это не предел. Поэтому у компании есть чем делиться. Чем делиться? И, пожалуйста, в Лас-Вегасе Стив Реннер, наш основатель компании, поздравляет Black Diamond, которые заработали серьезные деньги. Это буквально за год они стали миллионерами. В их честь звучала музыка и аплодисменты. Они им были вручены ключи от Мерседеса, они заработали серьезных денег. Вот эти люди зарабатывают по 10, по 15 тысяч долларов в день. И еще немаловажно, друзья, вы должны знать следующее, что компания планирует выйти на биржу. И меня попросили осветить, что такое биржа. Я вам скажу на опыте такой компании, как интернет-магазине Amazon.com. Лет так 10-12 назад, когда они начинали, один мой друг рассказывает живую историю. Его рабочий, который работал на него в строительной компании, подошел и попросил у него $10 000 в долг. Сказал, что он просто вкладывает в акции одной компании, которая сейчас развивается, Amazon.com, и купил там несколько магазинов. И посоветовал ему сделать то же самое, на что он просто отмахнулся и сказал: делай, что хочешь.
Через год он показал, что это умножилось, и вот столько он заработал, потом еще, еще. Но он тоже не обращал внимания. Прошло ровно 6 лет. 6 лет. Он продал, слушайте сюда, он продал акции. 80% акций продал и заработал ровным счетом 92 или 98 миллионов долларов. Миллионов долларов. При этом остался еще зарабатывать из остальных 20 тысяч вот этих акций, которые остались. То есть за 6 лет, после того, как Amazon.com вышла на биржу, и акции были доступны людям, он заработал за 6 лет почти 100 миллионов долларов. И вот в каждый Новый год, запомните, в каждый Новый год этот человек высылает тому моему другу, который пригласил, который одолжил ему 10 тысяч, в каждый Новый год высылает ему подарок на 10 тысяч долларов, как напоминание, что у него была возможность стать миллионером, но он ее упустил. Я не хочу, чтобы я здесь кому-то напоминал и дарил подарки, как напоминание, что у вас была возможность построить структуру в компании, которая собиралась на тот момент только выйти на биржу. Разница у нас очень большая. Если там нужно было вкладывать сразу в акции, то здесь мы эти акции можем уже зарабатывать до того, как компания выйдет. И как это делается? Очень просто. Вы начинаете с сегодняшнего дня. Покупаете пакет. Вам дает право уже участвовать в этом. Но вы еще не акционер. Для этого вам нужно просто в первую линию до 31 марта пригласить в первую линию партнеров, которые в совокупности вместе составят 5000 долларов. Либо это один пакет на 5000 долларов, либо это 3 по 2, либо это 10 по 5, неважно, в сумме должно быть 5000 долларов. И вы акционируетесь на этот год. И в конце года делается подсчет, и вам вот в этих ячейках, вот голубых, начисляется определенная сумма на трастовый аккаунт. Это накопительная сумма до момента, пока компания не выйдет на биржу. Когда выйдет на биржу, простым инвесторам будут доступны акции по определенной цене. Нам же за эти деньги будет возможность купить акции намного дешевле. То есть мы уже сейчас можем, зарабатывая, строя нормальный пассивный доход в гениальной компании, в стабильной компании, которая пришла навсегда, кроме того, что мы зарабатываем, мы еще, нам компания откладывает определенную сумму денег на покупку акций. То есть она уже делает нас, уже сегодня подготавливает к тому, чтобы мы были акционерами, чтобы мы зашли в долю вместе с компанией. Пройдитесь, пожалуйста, по базару и принесите мне такую компанию, которая это уже делает. И немаловажный момент, друзья, что компания не имела никогда, не имеет, и я надеюсь, не будет иметь никогда проблем с вводом и выводом денег. Нету такого партнера. Напишите, пожалуйста, в Гугле, напишите на Ютубе, где вам угодно. Отзовитесь те, кому Access Marketing не выплатил хотя бы цент. Я хотел бы, чтобы вы мне познакомились с этим человеком. Нету, потому что компания строит настоящий бизнес, задержек не может, у нее никогда не было задолженностей. Она делает настоящий бизнес, как должно быть. Поэтому, заказав пионер-карточку, она доставляется вам в течение 2-3 недель, в зависимости, где вы живете. Вы ее активируете и, пожалуйста, беспроцентно вы переводите деньги на пионер-карточку. А с этой карточки вы можете работать в интернете, снять деньги в любом банкомате, в любом магазине, на земле и в интернете. То есть карточка – это Visa MasterCard. Пожалуйста. Мы подошли к самому главному, а самое главное, друзья, это что? Как же начать бизнес? Как же начать бизнес? Для этого формула очень проста. Я опять говорю, мы находимся в гениальной компании, где все сложно, но настолько все упрощено, что это доступно и
младенцу и человеку, который вышел на пенсию, и новичку, и такому опытному интернет-предпринимателю. Поэтому какие же эти шаги? Купить консультант-кит на 59,95. Купить директорский пакет от 2000 и выше. Начать серфинг, то есть смотреть рекламу, обслуживать эту информацию. Вы переспите с нею, она вас никогда не оставит. Она все равно вас приведет к тому, что вы начнете его делать, потому что это разумно. Есть и другая формула, как дающая нам визуализацию в этом направлении, как во что превращается ваша команда, если вы в каждый месяц приглашаете по одного человека, по одному человеку. То есть уже на второй месяц вас двое. Научили вашего партнера делать то же самое, на третий месяц у вас 8 человек. Если делать это, продолжать буквально в течение года, это превращается в 4096 человек, если каждый будет приглашать хотя бы по одному человеку в месяц. Друзья, казалось бы, да что тут? Иногда бывает не так уж и легко пригласить. Но если придерживаться этому, то 4000 активных партнеров вас сделает миллионером. Вас сделает миллионером. Уже на второй год вы гарантированный миллионер в нашей компании. И это очень легко просчитать. Что прекраснее есть на свете, чем быть финансово независимым, друзья? Я люблю мечтать, но моя мечта уже осуществилась. То есть финансово независимым я уже являюсь, потому что это позволила мне компания Access. Я получаю в каждый день достаточно денег для того, чтобы жить в Америке, обеспечивать семью. У меня четверо детей, новый дом, который нужно выплачивать, и есть и другие растраты. Это мне помогает делать. То есть моя компания позволяет мне путешествовать, обеспечивать семью. Я не спешу куда-то, у меня нет тревоги, я спокойно. Кто-то мне сегодня заметил: Сергей, ты так спокойно говоришь, а почему я должен волноваться? Пусть волнуется тот, который строит бизнес в сомнительных компаниях. Ему нужно торопиться быстрее урвать денег. А я никуда не спешу, я не переживаю. Все, что я здесь построил, оно осталось. То, что я здесь построю, оно останется не только для меня и для моих детей. Поэтому я никуда не спешу. Она дала мне возможность заработать на жизнь, она даст мне возможность заработать и на жизнь моих детей, и в будущем, и не только. Поэтому, друзья, обратите внимание на то, что я вам сегодня говорил. Не тратьте время на поиск каких-то новых компаний. Откажитесь от мышления гастарбайтера, от мышления наемного работника, от мышления того шабашника, понимаете, который сейчас нужно зарабатывать. Но иногда в жизни бывает, что нужно сейчас. Я тоже, было время, когда просто брал какие-то работы, шел, убирал офисы, потому что нужно было. Приехал в Америку, надо что-то было делать. Но с момента, когда я понял, что такое пассивный доход, я сказал, что я его достигну, я его сделаю. Но, к сожалению, мне пришлось побывать во многих компаниях, потратить время, средства, пригласить туда немало людей, которые также разочаровались, как и я впоследствии. Пока я не нашел именно Access, и вот уже 4 года она меня никогда не подводила. И судя по тому, как она развивается, она не подведет и в будущем. Поэтому, друзья, на этом моя презентация закончилась. Она сегодня длилась чуть больше обычного. Но вы всегда свободны уйти, заняться своими делами. У некоторых ночь. Но если есть какие-то вопросы, друзья, то я могу на них ответить. Так, Сергей, а почему вы проводить презентации в конференции в комнате от...